La casa. La tua casa è stata colpita dai bombardamenti? Ваш дом находится поблизости, где бомбардируют? 500 метров. У вас есть вода дома, свет, газ? Есть. Что вы думаете о всей этой ситуации, которая происходит сейчас у нас? Честно? Да. Хай валят отсюда домой. Кто? Вот эти, которые стоят? Ага. Почему вы думаете, они бомбят? Они бомбят? Ну, я не знаю, кто кто бомбит, почему они бомбят. Зачем они сюда вообще пришли? Зачем они сюда пришли? Зачем они поставили блокпост возле газовой трубы? Вы думаете, удастся захватить захватчикам Мариуполь? Конечно. Си. Они не захватчики, девушка. Ну? Они не захватчики. Когда вы думаете, это произойдет? Я не знаю, хотелось бы скорее. Вы думаете, ваша жизнь станет в будущем лучше? Я думаю, да.